Форум деловых контактов Беларуси и Китая проходит в республике. Он собрал около 250 человек. Стороны обсуждают взаимодействие в различных отраслях, от промышленности до здравоохранения. Уже подписаны 7 документов о сотрудничестве. К слову, за последние 10 лет товарооборот между странами увеличился в 2,5 раза, экспорт в 3. 26 апреля – годовщина крупнейшей техногенной катастрофы. 38 лет назад произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Беларусь оказалась в числе наиболее пострадавших. С момента аварии площадь загрязнения в республике сократилась вдвое. Под воздействием радиации остаются 1,5 миллиона гектаров лесов и 819 тысяч полей. Уровень занятости населения в первом квартале 2024-го 67,5%. Такие данные предоставил Белстат. Отмечается, безработных мужчин больше, чем женщин. Большинство граждан для поиска работы используют СМИ и интернет. На втором месте по популярности обращение к друзьям, родственникам и знакомым. В Могилевской области в 2024-м построят 15 новых станций обезжелезивания. Ввести в эксплуатацию планируют в текущем году. 9 запустят в апреле-мае, еще 6 до конца июня. Благодаря этому возрастет показатель по обеспечению населения водоснабжением питьевого качества. Больше всего объектов появится в Бобруйском районе. Городской парк культуры и отдыха приглашает отметить праздник весны и труда вместе. Гостей и жителей ждут аттракционы, работа торговых рядов, выставки продажи изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, концертные и развлекательно-танцевальные программы. Также пройдет чествование работников предприятий и организаций Бобруйска.